идет сварка капельки VIP из оцинкованной трубы 20/40. Потом сварка в виде фермы изготавливается. Здесь будет обрезаться. Сварка полуавтоматом. Газовой смеси. Смесь. Я привариваю бочонки. Все по кругу. Раз. И получается вот такая красивая арка усиленная. Вот они уже готовы покрасить. Сверху еще будет красить полимерно простой камень. Обрезка. Сейчас с другой стороны обварка швов.
как рождаются суперкачественные теплицы от Уральского хлеба. Ну, арка готова. Так что смотрите наше видео, ставьте палец вверх, лайкайте, комментируйте и делитесь. Подписывайтесь на наш канал. Следующая арка. Сначала заготовки. Краска теплиц. Вот они, кабельки стоят из трубы 20 на 40, оцинкованная труба, и вот они красятся. То есть оцинкованная труба плюс полимерно-порошковая покраска 7035, двойная защита, качество превыше всего, двойная защита от коррозии. Для наших любимых клиентов от Уральской усадьбы.